поважаемые люди, Христос воскрес! Сегодня мы начинаем радостное событие пасхальной утренней и совпало с праздником День Дня Жен Мироносиц. У нас сегодня очень праздничный и радостный день. И начнем мы его с Трапаря Пасхи. Сегодня будет у нас спектакль, присвященный светлому святу Христова у воскресенья. И тому мое пожелание до всех вас, как та любовь, якая идея от Христа, наполнила бы и ваше сердце, и переменила бы все життё до христианского ставления, до христианского усведомления и до христианской любви. Тому мы, конечно же, все хвалюемся, и спектакль этот тяжкий. Я скажу секрет такий, что он из 12 часток состоит, у им мусить 30 удельников. И ведомо, что такую колькость людей собрать было вельми тяжко. Некто захворел, некто уехал, некто еще нечто не отрывалось. Но мы все старались и хотим, как вы побачили это представление, как вы побачили этот спектакль, и он вас натхнил так само на любовь до Христа и на любовь до каждого из нас, до нашего ближнего. Песня «Нам пришла весна» исполняет хор старших классов. Bye.
трепещет сердце радостно Христовым воскресеньем. Весь мир весельем объят, ликует с небесами. Христос воскрес, повержен ад, не властна смерть над нами. Играет солнце, ожил лес, все трели рвутся ввысь. Весна идет, Христос воскрес и торжествует жизнь. Прогнало солнце, снег идет, весна идет, и радостно поет скворец, Христос воскрес, Христос воскрес. Как солнце блещет ярко, как небо гул светла, как весело и громко звучат колокола. Немощно Божьим храмом поют Христос воскрес, и звук единой песни доходит до небес. Этот мелодичный звон окружил со всех сторон. Небо солнце светит ярко, и мое сердце стало жарко. Сердце птицы миром настежь распахнулось, жизнь нас отдал Христос, чтоб не стало в мире слез. Поют с утра колокола, куличи яйца на столе, сегодня праздник, святая Пасха к нам пришла. И со святой Пасхой пришла на землю сказка, святое воскресенье, как символ возрождения. Не дают лежать кроватки, солнце теплые лучи и чудесный запах сладкий. Пахнут медом куличи, и еще не снять пижамы. Побежала на кухню я, там яичко красит мама, смотрит нежно на меня. Утро доброе, сыночек, долго ты сегодня спал? Хочешь кулича кусочек? Тебе можно, ты же мал. Я ответил, интересно, а мой возраст тут при чем? Я хочу со всеми вместе разговеться куличом. Обняла меня мамуля. Ты уже совсем большой, так что мы тебя, сынуля, ночью в храм возьмем с собой. Улыбаясь милой маме, я съел о счастье весь. Крикну я сегодня в храме громче всех: Христос воскрес! Опять пришла весна, жизнь снова стала светлой сказкой, с Христовым воскресеньем вас, великой и прекрасной Пасхой! Исполняет Роман Шепелевич и девочки. Теперь глядит на нас с вышины небес.
роз исполняют дети младшей группы. Thank you.
встречает зеленая стрекоза. Только протяни руку, и к тебе на ладонь спустится райская птица ослепительной красоты, настоящая райская птица.
Из года в год. И вся наша жизнь, она по кругу. От одной Пасхи и к другой. И, наверное, приведет нас всех к чему-то самому важному и главному – жизни на земле. Сегодня ученики, родители, священство покажут вам эту чудесную историю. Пасхальный спектакль, который называется «Червоная Пасха». И он будет выполняться на белорусской мове. Идите лепш гулять, а вот помогайте вашим.
Царство Божие. Нелега поспешаться,
Але і перемудрить буде по-дурному, коли і як ми можемо це зробити. Єльгу свято, це супроць звичаю. І супроць закона. Це виключить хвилювання в народі. Я дав вам п'яло. Гети, а ці з їх. І яку ти хочеш саму? Тою, яку ви дасте. 30 срібленників. А, Юда? Хай буде 30. Добре. Дай нам ведати, коли він залишиться один. Я покажу вам його. У темри ви можете знайти не того, коли тобі повеличить волнення у дороге. Хай беру того, кого я поцілую. Однак, добре, нехай буде так. Отправьте зимбар. Обвинувачують. У тим, що йом цар людейський. Доведеться
пойти поглядеть на цара. Что там на улице? Потребует покарать смертью одного человека своего народа. Кого, скажи? Не Иисуса? Так, спадай. Где мой муж? Где Пилат? Спадар наместник вышел до их. Кажи худшей и скажи ему, что он не виноватый. Нехай не причиняет зла праведнику. Сегодня я бачила сон и шмат покутывала в том сне за его. Спешайся, я не хочу его забить без всякой вины. Чим ви обвинувачуєте цього чоловіка? Каб я не був злочинцем, ми б не привели його до тебе. Якої ж ліха він зробив? Йоан баламутить народ, Йоан закликає не платити даніну кесару. Йоан називає себе царом і сином Божим. Не ведаю. Я не бачу вини у цьому чоловіку. Коли відпустиш його, то він не сябра кесару. Що ж ви хочете, каб я зробив з ним? Кого укрыжевать? Того, кого вы называете царом юдейским? А вот для звычая на свято я отпускаю вам одного вязня. Кого хотите, как я вам отпустил? Бараву, злодея, Иисуса, якого называют Христом? Глядите, я умываю руки, я не повинны у смерти праведника. А народ кричить йому, коли ти син Божий, сиді з крижа. Інших урятував, а себе урятувати не може. Сиді з крижа, і ми увірнули в тебе. А ті, що висів по ліву сторону, кричить йому, коли ти, хіба ти не Христос, так спаси нас і себе. А другі, що висів по правую, говорив йому, успокаюю його, ми покарали справедливо, а гей ти не зробив нічого дрібного. А потім, видать, у голові його помутніло, бо казав йому, узгадай мене, коли прийдеш у царство твоє. Ось здесь.
Батьки виходять у святий город. Значить, вони не самі справи. Був сином Божим. Влада зволю забрати тіло приживаного. Не ходім, вітаю тебе. І тебе, Іосиф, перематлітянин. Приємно зустріти двох шановних людей. Ради, щиро ради бачити вас вдома здоров'ї. Бо, признатися, я був вельми незапокоєний вашою відсутністю, коли був на синедріоні, коли вирішилося питання об гледовій частиці, який уявився для сина Божого. Сподіваюся, вас не засмутило наше рішення. Ви з задоволенням слухали Ісуса, шкода, що я вмерла. Любий з вас більш мертвий, ніж Ісус у поховальних пеленах. Іосиф, як високородний своєму Богу, що ти заступив мене часом у свою гробницю. Сподіваюся, коли прийде твій час, вам не буде там тісно. Чи ти сподіваєшся, що він воскресе на третій день і визволить тебе печеру? Боюся, від такого постояльця буде не просто позбавитися. І собака може брахати не мертвого риба. Знайшли ще голову крижовать? Господа, поводле правил. Тело крижоване не повинно висеть на крыжи у свята. Мы ведаем, что по своей милосердности ты дозволил отдать земли тело Иисуса. И он и мертвый не дает мне спокою. Мы всяко только хочем возбегнуть новых спокус. Коли этого шукали с бушевой, усе памятуют, что я указал, что воскрес не простые дни. Треба поставить батьку и остерогать его могилу, каб его вушни не забрали тело и не сказали, что он воскрес мертвых. В этой опошный подман будь горш за перши. Бери охову и рабеев знаешь. Несите слово, что сбался с явлением себе.
чудесная история, которая повторяется из года в год. Бурные аплодисменты всем участникам спектакля. Бурные аплодисменты нашим зрителям.